Слушаю. Здравствуй, брат. Все нормально. Вот хочу Андрею подарок сделать к свадьбе. У нас такого нет, а в Приморске есть. Ну, я бы мигом сгонял. Ну, позвони Гиви. Ты же с ним знакома. Ну, попробуй. Я жду. Что? Номер машины? В0003CS. Паспорт? 24MU612023. Ну, наизусть помню. Да? Только Андрею не говори ничего. Ну, я хочу сделать ему сюрприз. Хорошо. Слушаю. Елена Александровна? Да, Гиви. Это я. Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна. А, да? Просьбу я вашу выполнил. Теперь я надеюсь, место там один на вашей свадьбе за мной. Ну, конечно, Гиви. А Николай выехал? Нет, пока нет еще. Я жду его. Ну, спасибо большое, Гиви, спасибо. Пожалуйста. Устала? Нет. Андрюш, давай зайдем к Николаю. Ты думаешь, он дома? Нет, сейчас его нет. Но скоро будет. Чайку пока попьем. У тебя что же, есть ключи? Есть. Ну, давай, я не прочь. Пойдем. Николай! Да ты что? Пошли скорее. Николай! Ты был в Приморске? Ну, не было. Как не было? В чем дело? Мне звонил Гиви, сказал, что ты был в Приморске. Да? Негодяй. Аня. Я сейчас приду. Он обманул меня. Подождите, ребят, что случилось? Ребята, в чем дело? Не пойму, что случилось? Я позвонила Гиви и попросила, чтобы Николая он пропустил в Приморск. Алло, дежурный, дай ромашку. Ты ничего не путаешь, Гиви. Когда проехал?